У нас эта акция тоже всегда присутствует, и мы как бы ее поддерживаем. Мы должны помнить все-таки, как сказать, подвиг наших дедов, и должны пронести это, вложить это своим детям, и как бы это у нас дальше все это продолжалось, и относились к этому не как к какому-то культу, а вот просто от души чисто. Если идешь на 9 мая к памятнику, то цепляю. А так, конечно, беру и дома. Куда-нибудь завязываю. Война – это было как бы такое холодное-голодное время, и надо, чтобы каждый дети, и наши будущие дети, там и внуки об этом помнили. Это память, это воспитание. Воспитывают-то на чем молодежь? На примерах, на это.